Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мессермейстер мы с вами поговорим вот о таком очень необычном ноже с точки зрения концепции производства американской компании Cold Steel, который называется Click and Cut. Ну, сначала немного коротко о концепции, то есть что мы здесь вообще в принципе видим. В данном случае мы имеем такой вариант ножа, к которому предполагается иметь с собой, они переносятся прямо в ножнах, целый набор клинков, которые будут более или менее удобны в тех или иных задачах. Соответственно, пользоваться этими клинками предполагается с помощью одной и той же рукояти, куда эти клинки могут быть легко смонтированы. Ну, то есть я сейчас покажу, что монтаж действительно осуществляется вот просто вот так вот, вставлением клинка в рукоятку любого. Внутри здесь хорошо очень видно на картинке находится замок, бэклок, скажем так, некая его версия. И этот замок, надо сказать, удерживает клинок ножа практически без люфтов. То есть каких-то проблем с тем, что так легко все извлекается, здесь нет. Нажимаете, извлекаете, если вам необходимо, например, ставить вот такой вот плоский серрейтерный клинок. И работаете вот так. То же самое, никаких проблем. То же самое и с третьим клинком. Отдельно стоит показать ножны, так как они здесь являются не только предметом, в котором носят нож, но и транспортировочным элементом для клинков. Поставляется, когда все вот в своей базе, здесь клинки расположены именно вот так. Один клинок всегда установлен на рукояти, два других могут располагаться сюда. Изначально сюда вставлены два клинка с плоско режущей поверхностью, но, как видите, можно поставить другой клинок. То есть, в общем-то, вы можете постоянно иметь смонтированным на ноже тот клинок, которым вы чаще пользуетесь. Например, вот этот. А два других как бы держать про запас. Все сделано из очень недорогих материалов, очень так просто. Велкро такая, застежка. Здесь рабочая клипса, очень похожая на то, что делается на ножах Moroknif шведских, широко известных. То есть она очень удобная, пластичная, здесь с этим все хорошо. Но при этом вы вот так вот комфортно носите три клинка. На самом деле сама идея того, что можно носить с собой не три ножа, а три клинка, мне лично очень нравится. Другой вопрос, что я бы, возможно, предпочел, ну, скажем так, концептуально гораздо больше отличающиеся друг от друга клинки, но будем надеяться, что компания Cold Steel разработает их и будет продавать как-нибудь отдельно от этого ножа, потому что, в принципе, а почему именно три, почему не пять клинков, ну, к примеру, да, потому что в эту рукоятку вполне бы неплохо можно было бы вставлять и какой-нибудь длинный филейник, и еще что-нибудь такое, то есть, в принципе, вариантов, как с этой конструкцией поиграться, можно найти достаточно много. Здорово здесь то, что компания Cold Steel, ну, как обычно у них это бывает, реализовала саму идею достаточно удачно и недорого. Поэтому, в принципе, как мне лично кажется, вот это такая хорошая концепция рабочего ножа, которая выступает альтернативой, например, ножам той же Moroknif. Потому что у тех, например, предполагается, что если вам нужны немного разные клинки ножей, вы должны покупать разные ножи. А при этом остальные производители, которые могли бы этим заниматься, они часто подходят к этому вопросу так, что их ножи гораздо дороже, и вам действительно проще 2-3 моры разных купить и пользоваться ими, чем покупать разные ножи других производителей. Ну вот Cold Steel здесь придумали достаточно оригинальную идею. То есть действительно такая простая рабочая рукоятка рабочего ножа, к которой прекрасно подходят все эти три клинка, которые можно менять очень быстро, очень ловко, прямо на ходу. На самом деле отличная идея. Очень понравилось, как это сделано. Если вы нуждаетесь в каком-нибудь таком рабочем ноже, которым вы постоянно будете пользоваться, и вам нужны вот такие разные геометрии, при этом вам все-таки хотелось бы, чтобы это был нож именитого производителя, а здесь это компания Cold Steel, которую не заподозришь в том, что ее имя неизвестно на ножевом рынке, то милости прошу. По-моему, очень интересный нож. С вами на канале Мессермейстер был Заливаха. Надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.